Приглашаю вас на следующий семинар в рамках цикла кинезиологической остеопрактики, посвященный висцеральной терапии с основами биомеханической коррекции, которую мы применяем на этом цикле. На этом цикле мы рассмотрим висцеральную шею, мы рассмотрим грудную клетку, средостение и, возможно, затронем какие-то органы. Мы будем изучать, как восстанавливать здоровье организма с точки зрения висцеральных органов, висцеральных систем, взаимосвязей, с точки зрения того, как это работает на биохимическом уровне и какие взаимосвязи могут быть на структурном уровне. Ну, в данном случае я бы хотел более подробно раскрыть висцеральную шею, которой мало кто занимается. Висцеральная шея затрагивает в первую очередь щитовидную и паращитовидную железу, которые в современном мире очень часто подвержены перегрузке, и люди испытывают дискомфорт, симптоматику, и в плане лечения недостаточно используют те возможности, которые предлагает висцеральная терапия шеи совместно с биохимической коррекцией. Мы рассмотрим конкретные случаи заболевания щитовидной железы, что можно с этим сделать на практике. Давайте рассмотрим также нарушения со стороны грудной клетки. Очень многие люди чувствуют дискомфорт, боль, какие-то неудобные ощущения в грудной клетке и, конечно, в первую очередь начинают переживать по поводу того, не является ли это жизненно опасным заболеванием со стороны сердца или сосудов. Также очень многочисленные заболевания легких непонятной природы, которые тоже можно рассмотреть с точки зрения кинезиологической остеопрактики, и, возможно, нам удастся найти решение тех заболеваний, которые долгое время беспокоили.